Проводим как-то так, например, имитацию удара ногой, да, другого. Задача второго через подставку за руки на другого. Или через оттяжку за руки на другого. Круговой сразу определите, на какую сторону заканчивать, чтобы друг путаницу делать. Хорошо? То есть имитация удара ногой, а кто бьет, и любая защита, подставка, двойка круговой, или оттяжка, двойка круговой, или показывает перехват, провел, двойка круговой. Хорошо? Сообразить. Круговой примерно на одну сторону заканчивать. Приготовились. Буквально по... Имитации больше того, чтобы не контактировал его с ногами часто. Ой, молодец. Давай, давай, давай. Еще. 10 секунд осталось. Еще. И последнее.